Проект планировки территории туристического комплекса «Мамисона» одобрили сегодня в правительстве Северной Осетии. Документ уже прошел ряд проверок, свои поправки внесло Министерство туризма, предпринимательства и инвестиционной политики. Теперь план согласован со всеми республиканскими и муниципальными структурами. Сам проект «Мамисон» целиком федеральный, он реализуется на федеральных землях, федеральной управляющей компанией курортами Северного Кавказа за федеральные же деньги. Вопрос в приоритетах, полпред Меликов об этом как раз и говорил, вопрос в приоритетах, вопрос в том, что будет раньше, что будет позже. Сегодня же министр Алан Диамбеков доложил о том, что три инвестпроекта получат субсидии на погашение процентов по кредитам. Птицефабрике «Михайловская» выделили 4 миллиона рублей, компании «Твинго Телеком» – 2,5 миллиона, а одной из городских пекарен – чуть больше 75 тысяч рублей. Кабинет министров также одобрил комплексный план развития математического образования в республике. И несмотря на проблемы с бюджетом, Северная Осетия начнет реализацию федеральной концепции. По словам премьер-министра Сергея Такоева, уже сейчас видны результаты привлечения молодежи к работе в реальном и естественно-научном секторе. Кроме того, члены правительства согласовали список детей, которые отправятся на президентскую елку. О формировании еще одной подобной делегации стало известно сегодня. После подписания соглашения между Северной Осетией и Москвой, Сергей Собянин пригласил 40 школьников на елку мэра Москвы. Яна Гайгиева, Отсамас Кочиев, Осетия ТВ.